Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Audi A6. Делаем жидкие подкрылки. Как видите, арка уже обработана. Так вот все это выглядит. Все это облили сплошным ковром. Толщина его достигает 4 мм. Сейчас ждем, пока все подсохнет, и будем собирать. Ну, как владелец данного автомобиля у нас сегодня сделал по полной шумоизоляцию, мы решили ему подарить вот такой вот шумополощающий материал. Называется он блокшот, в подарок проклеить. Толщина его 6 мм. А почему бы и нет? Вот. И вкратце покажу, как работают данные подкрылки на примере колокольчиков. Справа у нас обработан, слева голый. Сами можете услышать разницу. Вот так вот работает данный полимер на металле автомобиля, как конкретно на арках. Ну, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии. Всем пока.